Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, он предложил универсальную формулу мира. В ранее записанном видеообращении к Генассамблее ООН украинский лидер заявил, что у Киева есть план из 5 пунктов по установлению прочного мира. При этом он отверг предложение о том, чтобы Украина стала нейтральным государством. Также глава государства исключил любые мирные предложения, кроме плана, предложенного Киевом. Эта формула предусматривает наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и укрепляет решимость защищаться. Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир хочет мира.